В муниципалитетах республики вплотную занимаются вопросом доступности социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями. Того требует федеральный закон. Открытый форум, организованный прокуратурой Чувашии летом, вскрыл немало проблем в этой сфере. Со своим вопросом тогда обратились жители Канаша. Уже не один год на территории железнодорожного вокзала нет возможности нормально добраться до платформ 11 и 12 и обратно. Именно там большей частью останавливаются транзитные поезда, следующие на восток нашей страны. Большой поток людей преодолевает ежедневно 4 пролета вверх и вниз по надземному пешеходному переходу. Непреодолимым этот маршрут стал не только для людей с ограниченными возможностями, но и для пожилых людей, женщин с детьми и пассажиров с тяжелыми чемоданами. Прокуратура республики совместно с Чувашской транспортной прокуратурой взяли данный вопрос на контроль, провели соответствующую проверку, подготовили информационные письма в адрес главы администрации города Канаш и в адрес руководства железнодорожного вокзала, где описали соответствующую проблему. Решить ее было непросто. Железная дорога – объект стратегического значения, поэтому любые изменения требовали согласования в различных структурах и ведомствах. В этом году нашей дирекции, Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов серьезно взялся за этот вопрос и в итоге за какие-то, наверное, 2 месяца решили эту проблему. Часть забора с другой стороны вокзала демонтировали, оборудовали пешеходную дорожку. Теперь на остановку общественного транспорта можно выйти напрямую с платформы. Конечно, лучше стало. Например, встретили и уехали. За исполнением федерального законодательства в этой очень важной для людей сфере прокуратура республики будет следить и дальше. Богдана Дойникова, Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.